Всем привет! Для любителей ставок и прогнозов на футбол хотели посоветовать вам канал «Чистый беттинг». Если вы хотите зарабатывать на ставках, то предложенный канал является одним из важнейших элементов сборки мозаики успешного прогноза. Макс, так зовут автора канала «Чистый беттинг», поделится с вами своим мнением по поводу предстоящих спортивных событий, полезными программами для анализа матчей. Ссылка канала будет под видео в описании. Подписывайтесь на канал «Чистый беттинг» и зарабатывайте! Всем удачи, а мы продолжаем! Геннадий Головкин в третий раз станет отцом. Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин и его жена Алина ожидают рождения уже третьего ребенка. Такой информацией в своем твиттере поделился известный американский инсайдер Fox Sports и The Ring Майк Коппинджер. По его словам, данное событие ожидается уже в этом месяце. Отметим, что семья Головкиных уже воспитывает сына Вадима и дочь, чье имя не раскрывается. Сын боксера занимается хоккеем в Лос-Анджелесе и подает большие надежды в этом виде спорта. В настоящее время Геннадий проводит время с семьей и параллельно ведет переговоры с потенциальными телепартнерами. Возвращение Triple G на ринг запланировано весной.